Эту арматуру привезли совсем недавно. Через несколько дней она станет частью каркаса нового здания. Строительные работы в самом разгаре, даже совещания не повод их останавливать. Сейчас приходят дошкольники, с ними приходят обязательно родители, которые этих дошкольников ведут и в туалет, и раздеваться. Вот эта школа рассчитана на 600 человек вместе с этим этажом. Школы новые, которые мы сдаем, они по 20 детей. Это норматив, который... Но они позволяют, если не изменились нормативы, по 2,5 квадрата на один класс. Новый корпус школы в поселке Володарского позволит ее ученикам забыть о второй смене. Здание достроят к концу нынешнего календарного года, а ведут в строй в начале следующего учебного. Несколько месяцев будут оснащать необходимой техникой. В настоящее время помещений поселковой школе катастрофически не хватает, утверждает ее руководство. Там трехэтажное здание, но рассчитано на 450 проектной мощности. Сейчас 840 человек. Поэтому этот год будет очень тяжелым, но мы потерпим во благо того, что следующий учебный год, я думаю, что двери откроет это учреждение. Размеры нового учреждения позволяют разместить здесь сразу две школы и сделать так, чтобы их ученики не мешали друг другу. Новый проект представители администрации обсудили с руководителями образовательных учреждений. Больше всего вопросов он вызвал у руководства школы искусств. У Витальны есть и были опасения, может, с точки зрения, как это будет функционировать. И она высказывала свои опасения по оборудованию. Я думаю, здесь мы найдем ключи отдельные, о чем я говорю, вход будет. Она будет себя чувствовать здесь хозяйкой, отдельное будет юрлицо. Муниципалитет предоставит безвозмездное пользование эти помещения. Безвозмездное и, возможно, временное. В будущем, не исключают в администрации, школе искусств выделят отдельное помещение. Вот здесь по новому проекту предполагается разместить музыкальные классы. Места точно хватит. Нужно будет только добавить шумоизоляцию и поставить двойные двери. Общеобразовательная школа, что называется, за стеной. Ее руководство новый проект одобрило. Директор школы искусств обещал подумать. Алексей Пименов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.